выживание бомжа в танках онлайн. Все, второй уровень. Я захожу в гараж. Так, о, комплект сибиряк доступен. 88 335 кристаллов стоит этот М2 комплект. И мы его прямо сейчас покупаем. Купить сибиряк М2. 3 обычных и 5 недель. 3000 лайков, ребят, нужно набрать, потому что это просто особенная серия. Покупка М2 комплекта, новое звание, открытие контейнеров. Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс, и сегодня у нас рубрика «Выживание бомжа в танках онлайн». И у нас сегодня новое звание, покупка комплекта и просто вообще мега офигенная серия. Поэтому прямо сейчас ставьте свой царский лайк и давайте, собственно, начинать. Друзья, получает звание, потому что мне осталось вообще чуть-чуть. И как вы поняли, в этом видео я куплю первый комплект М2 на бомжа. Это прям вообще важный момент, мне кажется, очень прям важный момент вообще в истории этого аккаунта, в жизни этого аккаунта, в развитии и все остальное. Это просто будет очень классная покупка, потому что М2, ребята, М2, блин, это просто очень офигенно. И фризик, я думаю, будет шикарным приобретением. Вот, мы его немножко прокачаем, также у меня есть контейнеров очень много. Вот, поэтому давайте, ребят, наберем 3000 лайков именно под вот этой, серией. Я вообще прекрасный трипл только что сделал. Прям 3000 лайков, ребят, нужно набрать, потому что это просто особенная серия. Покупка М2 комплекта, новое звание, открытие контейнеров и вообще просто прекраснейшая бездонатическая серия. Так, ну что, ну этого чувака мы не убиваем. Текаем, мне осталось совсем чуть-чуть до звонки, поэтому сейчас я быстренько сольюсь, наверное, и заново начну стрелять, включу оверку. Поубиваю этих пациков, потом протестируем еще комплектик, потому что мне кажется, что фриз М2 это просто бомба, а у пацанов будет бомбо Лейло, как говорится, от моего фриза. Я его прокачаю, у меня есть 117 тысяч кристаллов, это довольно-таки много. Ого, какая смока жесткая. На тебе, подсрангель, а? Получил, да? Ой-ой, манекердык. Пожалуйста, умри, блин, смотрите, М1 фриз, как он нагибает, М1. А что будет с М2, блин, я вообще, я прям так хочу, ребята, просто, не знаю, мне уже кажется, что мне снился этот фриз М2, прям очень сильно хочу, прям моя мечта реально. У меня уже припасы закончились, я специально не открывал целых 2 дня контейнеры, чтобы накопить как можно больше недельных и обычных. На стримах ловил контейнеры, просто за танки выполнял, у меня, ну, нормально так накопилось, вы увидите все потом, вот, и... Я и нарку себе пополню, то уже мины закончились, аптеки тоже уже заканчиваются. И, короче, надо что-то с этим делать. Ну что, друзья, наконец-то, все, осталось всего лишь 2 килла. И я, пожалуй, получаю звание. Второй уровень на бомже. Так, кого бы ударить? Так, тебя ударю. И, блин, ну вот кого добивать, а? А, вот этого. Все, второй уровень, да, поздравляю меня, второй уровень на бомже. Это просто... сверх достижение, и я не хочу доигрывать. А нет, я буду доигрывать эту катку. Мне в любом случае пару секунд осталось. Все, конец катки, да? Конец. Все, выходим. Первое место забираем. 120 тысяч кристаллов у меня на аккаунте есть. Я захожу в гараж. Так, о, комплект сибиряк доступен. Да, я знаю, что он доступен. И комплекты доступны. Заходим в комплекты. И... Так, у меня есть 2 комплекта. Комплект Пантера, это М1, и комплект Сибиряк, и, собственно, мне нужен Сибиряк. 88 335 кристаллов стоит этот М2 комплект, и мы его прямо сейчас покупаем. Купить Сибиряк М2 на бомже, да. Все. Просто офигеть, фриз М2, пацаны, это просто жесть, это просто много раз слово просто, и это очень просто круто. Ну, Хорнет, устанавливайся. О, да, блин, я помню, когда-то давно покупал себе именно такой комплект, вообще очень давно. Вот прям вот именно такой танк, с таким танком я катался, когда еще только начинал играть в танк. Давайте мы, наверное, что сейчас сделаем. У меня есть 32 тысячи кристаллов, я могу прокачать уже фриз. Я считаю, что вот так я сделаю все. Ускорять не буду. Только вот так делаем, пускай второй шаг качается. Я через ТО Мобайл буду ускорять по 20 минут и потихонечку забирать фризик. Вот, 10 тысяч капец стоит, это очень так много. Давайте теперь зайдем еще в особое. У меня здесь есть классные штуки. Это контейнеры. 3 обычных и 5 недельных. Давайте откроем недельные контейнеры. Открыть все. Опа, я вижу 32 тысячи кристаллов, у меня уже 5 тысяч дали. Нормас. 100, по 100 припасов, вау, слушайте, мне не хватало. Реально, 100, я не думал, что так много будет. Я думал, где-то по 60 дадут, ну по 50. Даже я что-то вообще даже и не задумывался о таком количестве.
Так, батареечки и танкоины теперь дают, и мне дают на бомже. Сколько танкоинов? 15. Ну, пускай копятся, пускай у меня того... Итого, у меня 18 танкоинов. Ну, нормально, будем копить. Так, открыли обычные контейнеры, давайте по одному. Так, 5 голдов. Пойдет, не очень сильно я рад, ну ладно. 3500 кристаллов, классно, кристаллы рад, кристаллам рад. И ускорение, блин, а где же там, я не знаю, краска какая-нибудь? Ну, у меня только краски с этих, с праздников вот такие вот попадаются новые. Ну, типа, праздник, всем выдали краску бесплатно, вот у меня теперь новая красочная краска, самая лучшая, я так понимаю. Бриз бесплатно стоил мобайл. Улей когда-то там выпало. Кольчуга с комплекта Аргентина, Бразилия когда-то там давно выпало. Тундра с комплектом. Пустыня с комплектом. Белый купил. Зеленые бесплатно выдали. Блин, капец просто. У меня такой выбор красок. Я просто в шоке, ну реально. Когда мне хоть что-то нормальное выпадет? Ну серьезно, я прям вообще расстроен по этому поводу. У меня еще, получается, есть Хантер, да, это еще один корпус в гараже, но он средний, поэтому я его прокачивать не буду, потому что у меня есть Викинг М1 и полностью прокачан. Зачем мне Хантер прокачивать или даже Хорнет прокачивать, тоже не вижу смысла пока что, ну, лучше заняться прокачкой пушки, что, собственно, мы сделаем с вами, друзья, просто офигенно. Так, ну что, давайте пойдем затестим, я не знаю, можно начать с Хантера, Фриза, но лучше, наверное, взять... Сразу Хорнет или сразу Викинг, да, наверное, нет, тут нужен Хорнет, он быстрый, типа, на фризе прям идеально. Блин, у меня 19 батареек, ребят, это просто 3 битвы сыграть, и все, батареек у меня уже не будет. Так, опа, чувачок, давай нарез. О, смотрите, смотрите, XT, ё-моё, я тупо как бомб сейчас буду рассматривать этого поцика. Что тебе рассматривать, тебе нужно убивать, убивать, сейчас тебя убью. Это у него что, М2, что ли? А какого фига у него М2, а у меня... Нет, у меня тоже М2 фриз, так что смотри, да-да-да, я крутой. Я крутой, так. Сейчас пацаны, наверное, подписчики увидят в битве и скажут: о, наконец-то, Леха, просто ты уже на М2. Я такой, ну да, да. Я на М2. Еще никто не заметил, так, аптеку. Зачем я хаваю аптеку против такого опасного пацана? Лучше, конечно, не хавать, но я просто очень хочу понагибать и всех порезбить. По-моему, в этом ролике я очень много раз сказал слово «просто». Я не знаю, почему я это говорю. Я просто на я на эмоциях. Вот, я на эмоциях. У меня словарный запас закончился, когда я купил комплект и получил звание. Все, тупо конец. Вот, и я надеюсь, я здесь займу первое место. Хоть звонки большие, реально. Очень большие. Знаете что, я, наверное, сейчас здесь сыграю. И хотел бы еще зайти в Джиггернауте поиграть немножечко. Потому что Джаггер — это очень классная штука. Джаггер с фризом. Именно с фризом, когда... у меня был там рикошет М1, еще что-то М1. Вы мне писали, зайди в Джаггера, поиграй. Джаггер круто, прокачка, все дела. Вот, но... Ой-ой-ой. Бабах. Но, блин, какой рикошет против Джиггернаута? Вот фриз, да, вот с фризом теперь нормас, можно играть. И Джиггернауту не поздоровится, как говорится. Но мне кажется, что я уже могу идти, да. Ох ты ж! Да, блин, поздравляем. Ну что ж это такое, а? Вроде бы Гром, ты же с оверкой. Почему ты не расстрелял всех там вообще нафиг? Вот эти ближайшие 2-3 дня хочу очень сильно позадротить и понабивать челлендж, пройти звоночку. Хочу уже прям жестко начать качать бомжа, потому что, ну, больше корпусов и пушек М2 открывается в дальнейшем. И мне это очень-очень-очень важно, потому что на таких званиях ну, как бы, все равно у меня сейчас второй орд меня будут кидать к лейтенантам, они все на М2, вот. Поэтому я немножко прокачаюсь и пускай буду уже с лейтенантами на М2 корпусе и пушки кататься. И последний килл, друзья, последний килл. Ну давай, умирай и все, и конец. Да, 31 место. Вот такая вот обкаточка комплекта получилась. Неплохо, я считаю. Так, сейчас, ребят, попытаемся слить Джиггернаута. У него, наверное, там овердрайв и все остальное, но... Я просто даже без... ДДшки слил его, офигеть. Вот это мне просто повезло, я только зашел. А, у чувака 25 киллов к одному было. А я его слил. 25 к одному, нифига себе. Это полюбасу какой-то жесткий донатер. Вау, вот это пошел на гиб. Слушайте, я не играл в специальном Джиггернауте, потому что, ну, у меня типа М1 М1 пушка, и смысл мне на М1 кататься, вот, но вот сейчас
самое то, что нужно. На этом мы будем заканчивать. Надеюсь, этот ролик вам понравился так же, как и мне, потому что я дико рад с сегодняшнего прям дня. Столько всего нового, прям очень-очень-очень сильно рад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте наберем много-много-много лайков под этим роликом. Всем большое спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, обязательно проверяйте, включен он у вас или нет. Ну а с вами был Big Tank. Всем удачи, всем бомжа. Всем пока, друзья.